Привет, дорогие друзья! Продолжим с вами путешествовать в мире Лимбо. Нашего маленького, странного мальчика. Ай, твою мать! Прямо отсюда? Так сразу? Так, надо вспомнить. Блин, столько времени прошло. Короче, мы можем ускориться же, можем. Давай. Опа! Хорошо. Быстрее, друг, давай. У нас все получится. Мы справимся. Давай, личинку свою быренько пригрей. Давай. Опа. Побежали. Здесь водичка. Ой, уже очень близко. Так, здесь остается ждать блока, я насколько помню. Он выплывет оттуда. Вот он. Главное... Нет! Буратино какой-то. Блинский. В натуре я забыл. Совсем забыл. Тут же все на самом деле не так, как кажется на первый взгляд. На самом деле нужно же подождать, этот малой начинает идти вперед, как олень какой-то, но ничего. Мы обуздаем его жажду смерти. Зомбарь хренов. Давай. Там есть кускусы сверху. Мы неплохо с ними подружимся. Вот. Все. Остается ожидать. Лимбо, конечно, игра интересная. Достаточно такие сносные. Ну давай. Вылезай. Выплывай. Отлично, так. Не, прыгать я не буду. Я подожду, когда ты подплывешь повыше. Давай еще. Еще. Все? А, есть. Закушали. Так, а водичка-то все прибывает. Побежали. Я вот не знаю. Сюда ли? А стоит ли? Похоже, что нет. Дождь идет. Сейчас бы дождик пошел, было бы неплохо. Именно в реал-тайме. Эх, освежающий дождик. Ну, а тебе не холодно? Зонтик не принести? Оп. Отлично. Так, по-любому на трубу. Ой. Сука. Запузырился. Пацан какой-то газированный, знаете, как ровно вот бросаешь его в кока-колу, и он начинает так же пузыриться. Отлично. Тут, значит, не особо страшно. У нас все получилось. Я испугался, ну сейчас полечу как вниз. Да как будет, охренительно. О, хотел. А-а-а, твою мать. Понятно, я понял. Сука. Так, у нас, о, безопасная. Все, подождем. Сейчас она бахнет. А! Как я не перепрыгнул? Твою мать, ну почему тайминг не сработал? В такой самый нужный момент. Ну, по крайней мере, встали в эту самую... Поза, сука, зайца. Лады, давай. Давай. Ать, хорошо, да давай, ну твою мать, ну что... Сучевыми.
Знаете, что такое безумие, да? Да. Так, подождите. 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 Тут что-то не так. Здесь что-то не так. Давай пойдем вниз, малой. Мне что-то не нравится. Ну, это мне еще больше не нравится, на самом деле. Все ясно. Надо все-таки как-то ухитриться. Хоть по таймингу, малой, ну... Ладно. Рубильник, мать его. Там есть рубильник. Надо что-то сделать, надо что-то замутить. Надо как-то на О прыгнуть. Может, она отвалится. Бараний рог, блин. Блин, туда точный тайминг словить, точный тайминг. Все, я понял. Зажигаемся. И пошли, да твою мать, ну. Надо еще точнее. Давай, загорелись. Побежим. Блин, нет, не успеем. Давай, точный тайминг. Загорелись. И прыгаем. Блин, сильно поздно. Надо, чтобы когда потух. То есть, ну, перед тем, как потухнет, уже прыгнуть на него. Так, раз, два, три, четыре. Побежали. Блин, сильно долго. Раз, два, три, четыре, это сильно долго. Один, два, три, четыре. Угу. Вот так вот. Да давай, блин, уже. Зажегся. 1, 2, 3. Прыгаем. О! О! Сломался? О, а снизу лебедочка. А, это постоянно горит, да? Я думаю, он стоит спуститься вниз. Неужели? Нужно было мастерски ловить тайминги. Оп. Хорошо. Так, как там? Control. Все. Капец, такая пытка китайская, все из-за какой-то херни отельной. Хотел, блин. А хотел бы выжить любой ценой. Слушайте, получается, мы были в лесу, сейчас в городе. Ну, а растут хотел, блин. Вон там дома я вижу разные, какие-то постройки. Правда, это надпись невероятно огромных размеров, учитывая размер человека. Ай! Твою мать! Все, я все понял, все, я выбежал. Отлично. Давай, пацанюра. Покажем, где раки зимуют. А! Не-не-не-не-не-не-не. А! Тихо. Ядрить. Князь Батонский. Так. Не понял. Князь Батрудинский.
Ладно, наверное, надо что-то вот так сделать. Подождите. Подождите. Может, мне надо разбить эту хреновину? Типа с высоты прыгнуть, знаете? А-а-а. Вот оно как, шатается, болтается. Давай-давай-давай-давай-давай, блин. Давай, может, с горки скатимся. Ты какой-то геморрой. О! О! Ошибись. Охренительно. Просто восхитительно. О! Какой-то шнобель, блин. А, это пожарный этот. Шнобель, блин. Опять эта личинка. Ну нафига? Блин, эта личинка меня запарила. С ней не очень неудобно. А здесь куда-то сюда. А, и солнышко там, да. Ну, блин, без личинки тут никак. Уж простите. Она, если по сюжету есть, то она и тут и будет. Давай. Рыготина, блин. Пошли. Летящей походкой малой вышел за водкой. Блин. Что это такое? А-а-а. Нихера себе. Вот оно что. Даже так? Не, ну здесь дальше все нормально. Благо. Благов. Да? Не желаете благов? Кто-то ссыт сверху, блин. Странные места ты, малой, находишь. Сначала был в лесу, теперь здесь. А куда в будущем? В космос? В космос поднимешься? Я знаю. Ты, малой, способный. В космос можешь залететь, это стопудово. Ну, пошли, пошли. Идем. Идем, давай. Заскок, конечно, ты. Чё тебя так передергивает, я не могу понять. Ты чё, под спайсом? Весело тебе, что на башке какая-то... Блин, у меня такое ощущение, будто у меня реально пиявка на башке. Жесть. Наверное, я так же туплю, когда, собственно говоря, прохожу какие-то секретные... участки, ну как не секретные участки, какие-то головоломочки, вот. Головоломки сразу говорят о том, насколько туп этот маг. Да, старый маг. Дедушка, ты что, тупой? Ёперный свет, что это такое вообще за механизмы? А малой бежит, ему насрать, ему нормально. Это, блин, как-то выжить хочу. Он мимо каких-то сооружений пробегает. А солнышко это не видно. Или хотя бы кусак. По кусаке тоже, блин, нужны. Это что такое? Это что такое? Ну вот что это было сейчас, а? Техасская резня бензопилой. А если я перепрыгну? Ага, спасибо. Спасибо. Ой-ой-ой-ой-ой. А голову-то за что? Кстати, там были кускусы, я их видел. Я видел кускусов.
Значит, мы делаем так. Так. Давай, 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 давай. Оп. Да. Ясно. Ясно. Подстава на подставе. Я, походу, все виды смерти перепробую. Нет, 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 нет. Нет. Ваги. Педалистическая гвардия тьмы. Знаешь, ты кто-то? Ты Пиноккио, который хочет стать живым мальчиком. Ты им не станешь. Ты будешь мертвым мальчиком. Сколько я раз должен буду уже сдохнуть? Так нечестно. Давай, 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 давай. Я знаю, что надо делать. Надо запрыгнуть вовремя на ящик. Ну так получай по делам тебе, скотина малолетняя. Ах ты ж, блин. Ядреный бетонированный бетон, блин. Опса-са. А? Хачапури, диджей. Опс. Что, простите? Ясно. Пердаком, блин, задевает. Не, я понял. Сейчас, смотри, наблюдаем внимательно. Вот так, и... Оп! Не-не-не-не-не, сейчас все будет. Сейчас организуем, смотрите. Опс! Вот так вот. Все нормально. Все на мази. Гладенько на мази. Кингекский. Охрен допрыгну я. Подожди. Тебя надо раскачать, я так понимаю. Давай, давай, давай. Вниз. Давай еще вниз. Теперь на эту сторону бежим. Теперь на эту сторону бежим. Давай сюда еще раз. И теперь вот такой, 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 такой. Опа! Мягенько, да? Хорошо. А вот это нехорошо. Я вижу, тут ручка есть. Давай сделаем так. Отлично. Молодец. Малый, соображаешь. Что-то в этом мире ты соображаешь. Недаром ты в первый класс ходил. 5 лет, недаром. Так, у нас тут интересные какие-то оборудования. Какие-то парочку силовых ящиков. Направленности вверх и вниз. Видимо, движение этой платформы. Хорошо. По цепочке подняться мы не можем, но у нас есть ящик. Ящик вам поможет. С ящиком все сразу же станет проще. Давай. Давай, бычара. Сука. Ой, я что-то нажал. Подожди. Обожди. Обожди. Да. Интересно. Такс, давай. Я ж как-то на Ctrl, да, на Ctrl. На Ctrl активируется силовой шкаф.
Вот сон. Так, давай так не сильно высоко. Не знаю, я зачем здесь вот этот вот рычаг, чтобы взяться за бивень, но зачем-то он нужен. Здрасте, приехали. Здрасте, приехали. И что за шутки? Давай посмотрим, что здесь есть. О! О как. Но я не могу допрыгнуть до него без ящика. Суки. И недаром здесь вот эта ручка, вот этот прихват. Ведь недаром, да? Вот мы максимум вот так вот. Да? И вот так вниз. Что интересно это дает? Нет, запрыгнуть нельзя. А давай еще... Еще нет, только вниз и вверх. Блин. Сейчас мы разберемся. Жди. А в жди тут что-то необычное происходит. Давай вот так. Да быстрее. Не, она... Во, отлично. О, о. Что такое? Кто прав, я не понял. Сегодня мы в ударе, ребята. Загадка за загадкой решается. Давай, по червячку, по червячку. Не понял. Ящик-то не ломай. Не понял. Пускай, пусти, пусти, гадость. Давай так. Ну чё это, блин? О, а теперь другой базар. Совсем другой базар. То что тут надо раскачиваться. Ага. И как-то туда вот. Весьма опасные кнопочки. Я чувствую, надо нажать сначала на эту, потом на эту. Хреновая чуйка у меня была. Хреновая. Все. Спикер Башкевич. Ну ладно, ребята, спасибо за просмотр. Будем проходить дальше. Узнаем, как решается загадка в следующий раз. По мозгу я немножечко над ней. Решу что-нибудь, как делаться. А вам спасибо за внимание, просмотр. Желаю вам удачи, успехов, новых начинаний. Ну и, естественно, полет малого. Сказочный полет малого. Что ж, увидимся. До новых встреч.